В 10 часов утра площадь у Монумента Славы снова полна. У Вечного огня ветераны, школьники, обычные горожане и представители администрации. Сегодня день скорби и день памяти, день повторения уроков. Мы должны быть сильны, мы должны быть готовы защищать небо, мирное небо над нашей головой. Мы должны быть благодарны тем, кому мы обязаны миром. Также на траурном митинге председатель комитета по делам молодежи передал совету ветеранов письменную клятву от молодежи города. Какой бы новый и коварный по-своему враг не посягнул на территорию нашей страны, нынешнее поколение, будущее поколение воспитанных вами потомков всегда сумеют надежно оберегать границы нашей Родины. Евгения Креминская, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.